На 4 ковре победил Эдуард Мурашкин, центральный федеральный округ, город Тула, завоевал бронзовую медаль весовой категории до 52 килограммов на чемпионате России 2020 года. Первый ковер и бронзовый призер чемпионата России по самбо Елена Брылякова, Краснодарский край. Первый ковер и участники поединка за бронзовую медаль чемпионата. Красный форме спортсменка из города Москвы Яна Шевченко. Синий форме спортсменка из Москвы Ольга Митин. На первом ковре бронзовый призер чемпионата России по самбо становится Ольга Митина, город Москва. Шамиль Курмагомедов.